Копилки свободного художника Багаудина Сагова «Прибавление». Ему присвоено почетное звание народного художника Ингушетии. Он стал лауреатом не только по мнению комиссии, но и в глазах и сердцах всего культурного сообщества республики. За свою многолетнюю творческую деятельность Багаудин воспитал и приобщил к прекрасному не одно поколение. Его же собственные работы стали не только украшением большинства музеев региона, но и культурным наследием современности. Из-под его кисти вышло большое количество картин и работ прикладного изобразительного искусства, в которых ингушский художник пытался подробно проследить историю своего народа. А полученное звание народного художника дало прилив новых сил и вдохновило на организацию собственной выставки. Собираюсь сделать создать персональную выставку. Но там будут работы, в основном это будут работы по быту ингушей, вайнахов, в древности, когда мы жили в горах, в башнях. Есть у меня одна идея, вот у нас Идриса Базоркина написан прекрасный роман из «Смоевиков». Я хочу где-то штук 20 сделать акварельные иллюстрации вот к этому роману. С легкой руки художника в Доме культуры Сунжа появилась аудитория, в которой проводятся лекции по изучению ингушских адатов. Интерьерное оформление полностью соответствует тематике национальных обычаев и традиций. Мастеру кисти удалось воссоздать атмосферу бытности предков и передать колорит той эпохи. Именно здесь увенчалась успехом попытка воссоздания исчезающего общественного института, призванного привить молодым людям лучшие качества ингушского народа. И реализовать такой значимый проект наряду с другими патриотами мог только по-настоящему народный художник. Хотя этого звания Багаудину из-за своей скромности пришлось ждать долгие годы. Таких людей даже у нас, можно сказать, не очень много. И сегодня я, как никто другой, рада, что это все-таки, хоть и поздно эта награда нашла него, хочу его поздравить, сказать большое спасибо, что заметили его труд. И мне кажется, сегодня все-таки даже эта награда, это его еще больше подталкивает к нашему будущему. У него очень много детей, которых он обучает вот, декоративно-прикладное. Именно сейчас это лепка. Это не каждому дано. Любую работу, какой бы ребенок ни пришел, он идет навстречу, как вот со своим ребенком он относится к любому. Человеку искусства стоит взять кисть в руки, нанести первый мазок, и перед ним открываются новые горизонты. Любой творческий процесс требует огромного труда, багажа знаний и неутолимого стремления созидать. А еще вдохновение, которого у Багаудина Сагова хватило бы на несколько жизней. Талантливому художнику не составляет труда призвать музу для создания очередного шедевра. Все для душевного подъема живет в нем. Уважение и любовь к своему народу и своей культуре, своей самобытности, оригинальности, неповторимости своей национальной культуры. Вот и все вдохновение. Я когда езжу в горы с друзьями, я люблю обходить эти башни, трогать эти камни, и каждый раз я удивляюсь. Получение столь высокого звания – это подтверждение того, что проделана большая работа, которая заслужила внимание общественности и специалистов. Харун Аздоев, Адам Далаков, Новости 24.